Привет всем! Сегодня я еще немножко поделюсь одной мелочью туристической. Как и любой турист, я люблю брать с собой в поход вещи многофункциональные, которые можно использовать совершенно разными, необычными и непредсказуемыми способами. И вот сегодня я расскажу, как иногда я использую просто обычный кусок нейлона. Он может быть разного размера. Это кусок водонепроницаемого нейлона, поэтому он еще более универсальный, чем просто кусок ткани. И пара моих мелочей. Кроме самого простого использования, которое можно придумать для нейлона, это там подстелить его под задницу или сделать навес, можно вот его использовать в качестве такой накидочки. Если там вы пошли на природу, пошел сильный снег, ветер, дождь, а вы где-то не совсем по сезону, то вот можно такой плащ сделать, представить себя в виде рыцаря там или какого-то эконома из «Властелина колец». Вот. Ну, конечно, нейлон может быть разный там по размерам, по ширине. У меня узковатый, допустим, его хватает немножко только на меня. Если он будет пошире, то можно уже и на рюкзак его накинуть, то есть защитить там от каких-то осадков и погодных катаклизмов. Можно сделать вот так вот, можно сделать типа капюшончика. Здесь вот я намотал такую деревяшечку, с помощью которой как ее можно как застежку использовать и регулировать вот это вот место по ширине. Бушкрафтерским узлом, бабочкой, бантиком. Вот. И никакие погодные катаклизмы вам не страшны. Количество там веревок, каких-то креплений. Просто берем палочку и очень плотно наматываем нейлон на нее. Очень плотно. Когда сила трения, вот так вот, вот так вот. И делаем так, видите, я со всей силы, и нейлон не раскручивается. Так вот делаем с двух сторон, и к дереву можно совершенно свободно потом на этом всем деле сидеть. Ну вот такой вот вид кресла можно сделать. Мы просто намотали нейлон на палке, то есть мы его не привязывали, только палки мы привязали к дереву, и кресло, нейлон держится за счет силы трения, он не раскручивается. Ну конечно, здесь мы все сделали на скорую руку. Но если кто-то захочет, может сделать это все более добротно. Ну, по крайней мере, это все дело мои 80 килограмм спокойно выдерживает. Можно посидеть где-нибудь в лагере, если вы там, у вас есть время, силы и желание. Можно себе такое креслице между трех деревьев сделать и иногда сидеть. Если, допустим, даже еще здесь костер где-то будет, то вообще будет замечательно. И третий, ну, на сегодня последний способ, это использование куска нейлона в качестве какого-то способа приспособления для переноски каких-то грузов. Если у вас там не хватает емкостей всевозможных, вам надо что-то перенести. Ну, это тут очень просто, все типа скатки делается. Делаем скаточку. Здесь кто умеет шинели складывать, можно ну, как бы эти торцы друг с другом соединить, торец в торец,
просто эти концы связать, если есть веревка. Связать веревкой. Ну вот так это все мы связываем бечевочкой. И на плечо. И так можно переносить, в принципе, любые, ну, не очень габаритные грузы, которые вот можно вот так вот скатать. И переносить, в общем, довольно комфортно. Все, вот это было несколько мелочей, как использовать нейлон в походных условиях. Уверен, что еще можно придумать сотню способов. Если у вас есть какие-то способы и предложения, пишите. Надеюсь, вам было хоть немножко интересно. До новых встреч!